Дорогие мои друзья, всем большой-большой привет! Мне очень приятно, что вы заглянули ко мне, очень рада вас видеть. Давайте сегодня приготовим очень простой, быстрый, легкий, но при этом восхитительно вкусный и полезный обед для всей семьи. Когда очень хочется голубцов, но особо некогда, на помощь приходят ленивые голубцы. У меня есть несколько рецептов на канале, вот еще один вариант. Для начала нам нужно измельчить капусту, можно мелко-мелко нарезать, но мне проще и гораздо быстрее натереть на крупной терке. Пара минут и готово. Одну небольшую луковицу нарезаем помельче. Морковь натираем на крупной терке. И переходим к плите. На сковородку наливаем немного растительного масла. Сначала обжариваем лук до легкой золотистости. Добавляем морковь. Жарим примерно 3-4 минутки. Обычно для ленивых голубцов я капусту или немного отвариваю, или заливаю кипятком предварительно. Но в этот раз делаем совсем другую историю. Капусту мы потушим, и будет совсем другой вкус у котлеток. Если дети у кого-то не любят капусту, вот в таком варианте будут уплетать за обе щеки. На среднем огне, периодически помешивая, капусту будем обжаривать вместе с луком и с морковкой до мягкости капусты. И для такой приятной небольшой кислинки я добавлю один маленький помидор. Предварительно его мелко нарежу. Тушеную капусту я отдельно посолю. Уже выглядит очень аппетитно и вкусно. Также для наших котлеток, ленивых голубцов, нам понадобится рис. Рис я отвариваю до полной готовности, так как в этот раз буду запекать котлетки в духовке без соуса. Фарш. У меня всего 350 граммов фарша здесь. Добавляем тушеную капусту, отваренный рис, добавляем одно крупное яйцо, посолим. Не забываем, что капусту уже солили. И любимые специи. Я добавлю черный молотый перец, обязательно сухого чесночка, можно и свежего. Немного сладкой паприки и обязательно добавляю зиру. Мне очень нравится, как она здесь себя ведет. Все хорошенько перемешиваем. Форму для выпечки смазываем кусочком сливочного масла. У меня вот такая красивая керамическая форма фирмы Талер. На сайте представлены разные размеры, можно выбрать на свой вкус. Сейчас на эту форму очень большая скидка, 45% распродажа. Ссылочки на посуду со скидками я оставлю под роликом в описании. Кому интересно, переходите, посмотрите. Формирую вот такие небольшие котлетки, выкладываю в форму. В небольшой мисочке к 2 столовым ложкам сметаны добавляю щепотку соли, чайную ложку горчицы. Это не обязательно, но очень приятная добавочка получается. И буквально граммов 30 натертого на мелкой терке сыра. Все хорошенько перемешиваем и смазываем сметанно-сырным соусом наши котлеты. Или при помощи кисточки, или при помощи ложки, если соус густоват. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 30 минут. Смотрите, какие аппетитные котлеты, ленивые голубцы получились. Потрясающе вкусные и ароматные. Капуста совершенно не ощущается, придает сочности, яркости, вкусу. Можно есть без гарнира, с овощным салатом, например. Особенно вкусно со сметаной. Попробуйте приготовить, и от всей души желаю вам приятного аппетита. Обнимаю всех крепко-крепко. Пока-пока, увидимся!